Федеральная служба безопасности сообщила о задержании японского консула Матоки Тацунори во Владивостоке, сообщает РИА Новости. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Влияние санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае, говорится в заявлении. На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата. Посольство Японии подало ответный протест в МИД России после задержания консула в Приморье.